Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quest. Сегодня поговорим про топ-список городов, лучших для проживания в США. Буквально пару месяцев назад я получил новый такой топ-список, где с приятным для себя удивлением обнаружил, что Омаха находится на втором месте. Ранее я просматривал аналогичные такие ежегодные списки, и Омаха была на третьем месте. По каким критериям обычно рассматривается параметр лучший для проживания? Там много показателей. Во-первых, размер города, население города, уровень среднего дохода на душу населения, уровень безработицы, уровень криминала, наличие учебных заведений, состояние экологии. Короче, куча-куча различных факторов. Вот. И по всем этим показателям в этом году Омаха оказалась на втором месте. Вот. Ссылочку на эту статью я вам дам. Желающие, которые интересуются статистическими данными, могут легко погуглить на английском языке и найти подтверждение моим словам, посмотреть, что вообще происходит у нас сейчас в Омаха. Кстати говоря, в этом году у нас идет бум недвижимости. Недвижимость скупается. Видимо, люди, которые смотрят с перспективы на будущее, вкладывают деньги в недвижимость в Омаха. Приблизительно по сравнению с прошлыми годами стоимость домов уже поднялась на приблизительно где-то 10%. Вот. Так что видно, что народ, который делает прогнозы, видит, что Омаха и дальше будет на лидирующих местах вот в этом самом списке. Если вы хотите получить более подробную информацию о проживании в этом городе, вы можете написать мне на электронный адрес, и я, соответственно, вам вышлю ссылочку на материалы. В качестве дополнения к этому видео я хочу приложить небольшую видеозарисовку. У нас сейчас замечательный бархатный сезон, такой сентябрь. Это фактически лучше даже, чем август в средней полосе в России. Очень сухой климат сейчас, солнечные дни, мягкая такая погода, то есть продлится до конца сентября. Вот такую видеозарисовочку я предлагаю вашему вниманию, чтобы посмотрели, что у нас сейчас в городе. Хорошего всем дня, здоровья вам и вашим близким. А это мы сегодня гуляем в зоопарке. Сегодня молоко пьет. Thank you.
Ну давай, полетели. Бери ручку управления. Давай, подключай. Давай правильный вектор. Какой? Запустить тебе? Это клади сюда. Управление давай бери. Сейчас будем взлетать. Мамы! Мамы! Все, прилетели. Прилетели? Так, аккуратненько. Опа. Все, в машину побежали? Давай, беги. Здесь у нас Land Rover Defender стоит, уже готовый. Да, давай залезай. Ну на водительское что, ты положил что ли поешь? Давай за руль. Давай. Забирайся. Вижу, специально все приготовлено. Рацию проверь, пощелкай что-то, может какой заказ есть. To Safari One. We have a report of an injured rhino by the mud wallow in the northwest quadrant. See if you can make your way down there to assist when the veterinarian arrives. Over. Руль бери. Да. Ну все, пойдем на львов посмотрим. Там львы отдыхают. Headquarters to Safari One. There are some lioness vocalizations not far from headquarters. Be on the lookout for any signs of the pride. Over. Лиза и суслики. Блокбастер. Или триллер. Вот он листочек своровал и обратно. И в бункере сидит вон он. Лис, вон он. Лис, вон. Лис, да вот же он, смотри, вон, показывай пальцем тебе, вон он.
Не пугай суслика. Oh, my God.